Привет! Меня зовут Таня Бант, и это проект ОБЖ от Патриоток. Отдых на природе – это чудесно. Но главное – помнить, природа не терпит зазнаек и дилетантов. Хочешь отдыхать с комфортом и без последствий? Давай учиться отдыхать правильно. Во-первых, возьми с собой на отдых аптечку. На природе можно пораниться или получить ушиб. Может разболеться голова или укусить насекомое. Ко всему нужно быть готовой. Извините, я тут немного порезалась. У вас есть бинты? Так, скотч у меня есть. Сейчас еще подорожничков соберу и все славненько замотаю. Да, конечно. Давайте я вас перевяжу. Заранее выбери подходящую одежду и средства активной защиты, чтобы отдых не превратился в борьбу с комарами и мошкарой, а весной и поздней осенью еще и с клещами. Нужно говорить тихо. Они могут услышать. Чтобы не покусали, нужно просто хорошо бегать. Алкоголь – зло. Воздержись от употребления алкоголя на природе. Да и не на природе, лучше всего воздержаться. Пьяная девушка – не самое изысканное зрелище. Как улов? Нормалек. Лезть в воду пьяным – это просто преступление. Ежегодно на воде гибнут тысячи людей, поэтому нужно снижать, а не увеличивать эту печальную статистику. Я в детстве могла километр туда и обратно за 12 минут гонять. Не веришь? Ты либо в плавках, либо с пивом. А вы знаете, что 9 из 10 лесных пожаров происходят по вине человека? Вы когда-нибудь видели белочку или зайчика со спичками? То-то и оно. А людей в лесу хватает. Поэтому во время пикника ни в коем случае нельзя разводить костер и бросать окурки куда попало. Весь секрет в бензине. Побольше бензина, и ща пыхнет как надо. Вода – это жизнь. Поэтому возьми с собой на природу достаточное количество воды. Она тебе поможет не только утолить жажду, почистить зубы или умыться, но также и обработать рану. Вода, вода. Какой дурак с собой берет воду? Алло, это доставка воды? А можно кулер заказать? Где я нахожусь? Где-то в лесу. Так, это для питья, это чтобы умыться, а это просто на всякий случай. Все любят нежиться в лучах солнца. Если погода солнечная, обязательно захвати с собой шляпку или кепку, чтобы избежать теплового удара. Это не смертельно, но твой отдых испортит гарантированно. Так, до захода солнца осталось 2 часа. Надо продержаться. А главное, помни, на отдыхе нужно вести себя ответственно и внимательно к окружающим и к самому себе. Подходи к отдыху с головой, и он обязательно пойдет всем на пользу. Я в игре!